Я выражаю глубокую благодарность руководству Азербайджана за дань памяти Мамедгасану Гаджинскому. Я не историк, и поэтому те события судить компетентно не могу. Но у меня есть определенный ключ к пониманию тех событий. Я коротко поясню. У Мамедгасана Гаджинского было 8 детей. Я многие годы с ними общался. Это были интересные люди с очень непростой судьбой. Но у них было нечто общее. Это вот нравственный стержень такой, нравственный посыл, который был придан отцом. Этот нравственный стержень позволил им с достоинством и с честью пройти через все то, через что приходилось проходить детям так называемых врагов народа. Вот через личности близких, хорошо известных мне людей, это детей Мамедгасана Гаджинского, я имею представление о личности моего дедушки. Поэтому глубоко убежден, что все, что он делал, не могло противоречить его понятию чести. Вот этот нравственный стержень, он возник у детей не вследствие воспитания, а в связи с общением с отцом, видя его поступки, видя его деятельность. Я представитель, сейчас современник 4 поколений Гаджинских. Это супруга Мамедгасана, жена и друг, как на бакинском камне написано, Саадет Ханум Гаджинская, сыновья и дочери Мамедгасана. Этих двух поколений уже нет. Третье поколение, ему принадлежу я, частично еще имеет место быть. И четвертое поколение сейчас набирает силу. Вот от лица 4 поколений вновь приношу глубокую благодарность руководству Азербайджана, всем, кто принимал решение о вручении этой награде семье, ну, вручили мне, как семье потомку Гаджинского. И благодарю за то признание, которое, за ту высокую оценку, которую дана роли Мамедгасана Гаджинского в деле становления Азербайджанской Демократической Республики.